Глава 6 книги пророка Амоса. «Горе беспечным на Сионе и надеющимся на гору Самарийскую, именитым первенствующего народа, которым приходит дом Израиля! Пройдите в Калне и посмотрите, оттуда перейдите в Емав Великий и спуститесь в Геф Филистимский. Не лучше ли они этих царств? Не обширнее ли пределы их, пределов ваших? Вы, которые день бедствия считаете далеким и приближаете торжество насилия, вы, которые лежите на ложах из слоновой кости и нежитесь на постелях ваших, едите лучших овнов из стада и тельцов стучного пастбища, поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид, пьете из чаш вино, мажетесь наилучшими мастями и не болеете о бедствии Иосифа. Зато ныне пойдут они в плен во главе пленных, и кончится ликование изнеженных. Клянется Господь Бог самим собою, и так, говорит Господь Бог Саваоф, гнушаюсь высокомерием Иакова, и ненавижу чертоги его, и предам город и все, что наполняет его. И будет, если в каком доме останется 10 человек, то умрут и они. И возьмет их родственник их или сожигатель, чтобы вынести кости их из дома, и скажет находящимся при доме: «Есть ли еще у тебя кто?» Тот ответит: «Нет никого». И скажет этот: «Молчи, ибо нельзя упоминать имени Господня. Ибо вот Господь даст повеление и поразит большие дома расселинами, а малые дома — трещинами. Бегают ли кони по скале? Можно ли распахивать ее валами? Вы, между тем, суд превращаете в яд и плод правды в горечь. Вы, которые восхищаетесь ничтожными вещами и говорите: не своею ли силою мы приобрели себе могущество? Вот я, говорит Господь Бог Саваоф, воздвигну народ против вас, дом Израилев, и будут теснить вас от входа в Емав до потока в пустыне».